Привет, мои хорошие! С вами ваша Виктория Маремуха, любимая, обожаемая, кем-то ненавидимая, если я такое слово. Сегодня я снимаю свой влог сама. Надеюсь, вы не будете скучать за неким Сашей Азолиным. Это ваша супермера, и сегодня мы поговорим про чоловіків и про мене. Ну, кое-что мне надо вывідати для себя, я думаю, для вас это тоже будет интересно. Ну что, начнем с разведки. Я пришла в бар, тут куча мужчинчиков. Сейчас мы будем с ними балакать. Так, ой, сейчас все вбьюсь. Здрасте. Вас не смущает камера? Да нет, конечно. Подожди, так, по свету я не очень такая. Я бы не сказал, что не очень. Довольно-таки очень. Да. А вы знаете, в чем проблема? Ну? Характер-то у меня поганый. Почему же? А? Почему же? Ну, так, вот такая сложная натура. Знаете, привыкла сама все в жизни добываться. И такая строгая иногда бывает. Так это же неплохо. А, то есть вам нравятся такие женщины? Конечно. Вот расскажите мне вообще, какие вот, типа, женщины вам нравятся? Я люблю энергичных женщин. Серьезно? Да. А каких вы любите еще? Обезглавленных. Стоп. Подождите, я так не могу. Я же не Мария Антуанетта. Я хотел сказать обезбашенных. А, обезбашенных? Да. Ну, я такая, я обезбашенная. Ну, с головой, но обезбашена. Представьте. Что? Знаете, девушка в постели, когда она бревно, это то же самое, как музыкант на сцене хреновый. Ага. То есть... Что там заниматься неинтересно, что там слушать неинтересно. Прикольно. То и вы думаете, я Пиноккио очень? Ну, сложно сказать, нужно проверить. Ну а что, по мне не видно, чи що, що я не Буратино, я не Дубова. Короче, музыканты это точно не мои. Ладно, пойдем дальше. Следите, все один качок, походу. Вы уже один качок. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы качок? Ну, как видите. Я так и знала. Да. Это ваш прямой род деятельности? Ну, практически да. То есть вы предпочитаете спортивных девушек? Ну, вообще, как бы, в первую очередь, желательно. И как вы думаете, я занимаюсь спортом чи нет? Ну, любительский чуть-чуть есть. Значит, мне можно тоже с вами выпить. Гостите меня чимось? Конечно. Так. Что? Бутылку шампанского, бармен. Самого дорогого. Не жалко? Нет, для красивых девушек мне ничего. То есть вы считаете на красивых? Да. Вот вы вот так, когда у вас свидание с девушкой, сколько вы в среднем готовы на нее потратить? Ну, все зависит, наверное, за эмоции вот в этот период. То есть, вот вы, типа, вот то, что вы чувствуете до девушки, ну, да, конечно, какие эмоции, конечно, какие чувства, и уже от того вы отталкиваетесь. Да. То есть, если это просто переспать, ну, будем откровенными, мы все взрослые люди, то есть, это вообще может быть там розочка, как я вот сейчас наблюдаю, и там на какой-то кофе, да? А наблюдаете здесь? Ну, так часто бывает, да, парень, да, нет, слава богу, мне так... Так, знаете, это не смешно. Если я долго буду ломаться, то вы на меня дольше потратите. Ну, может быть. Это какие все... вы интересные, как вас звать? Анатолий. Анатолий, это Анатолий, вы разумеете. А ну, расскажите бабам, сколько им треба триматься в этой жизни? Триматься? Ну да. По времени? Вот, чтобы выйти замуж, например. Ага. Сколько не давать вам? Ну, будем откровенны. Чтобы выйти за девушку замуж? Ну... Чтобы девушка, как бы, стала... не одинока, скажем так, не с понівеченою честью, а с чоловіком, с будущим, ну, я думаю, зізми. Місяцок должна воздержаться. Всього? Ну, да. Анатолій, ну ви, звісно, сказали. Це ви зараз спеціально, щоб всі баби вам давали через місяць, а потім використовуєте до свидання, знаю. Ладно, Анатолій, хорошо вам вечір. Спасибо, взаємно. Анатолій не в моєму вкусі, він похожий мені на Богдана. Вот, а тут экземплярчик. Здрасте. Что читаете? Ой, вы умеете читать? Это уже хорошо. Да. Что читаете, интересно? Таке? Газетки. Вас не смущает камера? Нет. Она длинная такая. Дуже длинная, бачите? Не у всех хлопцев такая длинная палка есть. О, yes. Ну, я про селфи-палку имею в виду. Ну, да, да. Скажите мне, пожалуйста, как вас звать? Вадим. Вадим, меня Вика. Даю вам ліву, бо право заміра. Не то, що я лівша. Розкажіть, як у вас діла? Помаленьку. Що ви поробляєте тут? Що самі, де дівчинка? Так случилось. Мерло чи?
Ну, можна сказати так. А, це знаєш, коли розсталися, ви говорите про те, що вона вмерла, так? Прийшла поінтересуватися, які дівчатки вам подобаються? От ви ще зможете розказати на всю країну, представляєте? Може, знайдеться та єдинственна для вас? От опишіть її, от то єдинственна, от то любимо. Ну, в мене просто по-разному буває. Вкус. Ну, якщо, знаєте, все постійно, то це потім надоїдає. Ні, ну в першу чергу я полюбляю голубоглазих блондинок. Боже, я думала голубий, господі, ви ж так не ляка. Буває. І це теж буває. А, ні, не дай Бог. Господи, ну то ви теж за подругу кажіть. Ладно, голубоглазі блондинки. Може, тому вам і не везе, бо вони всі тупі кажуть блондинки. Ні, є освічені, доволі освічені блондинки. Та ви що? Нічого собі не зустрічала. Бувають дівчата з дипломом фізика, математика. Ого. Доволі успішні в кар'єрі. Прикольно. Хорошо, хорошо, то що блондинки, все правильно. Красиво, понятне діло, бо всім мужикам же ж треба красиво. Говорять, да, ой, треба любити душу, але насправді така брехня. Первим ділом все дивляться на внешність. Так, розкажіть мені, пожалуйста, скільки ви в середньому тратите на дівчинку? От у вас були відносини останні, скільки дивились вони? Ну, останні відносини півтора року. Ого! Хорошо, скільки ви на неї потратили грошей примерно за цих півтора року? Я не рахував. Ну, от примерно. 10 тисяч, 20, 30, 300 гривень на презервативи. Бо ж по-разному бувало. Ну що ж, треба на алкоголь, що просто не согласиться. А як швидко вона вам дала? Буквально пройшов місяця два, напевно. Ага, ну молодець. Цим вона мене зацікавила. Тим, що держалась два місяці? Так, ну. Все, я для себе поняла, треба держатися довго. Значить так, а якщо вона поламалася три місяці, ви на ній би женилися? Все можливо. Що у вас все можливо? Нічого не можливо. Просто людину треба пізнати ближче, щоб її вести в ЗАГС. А мене в ЗАГС візьмете? От зараз. От зараз. Тільки чесно. Нам треба ближче познайомитись. Застріліть мене, будь ласка, отак я стріляю, і ви всі в моїх мозгах. Ну і не треба.